Ну что же, привет, мои дорогие подписчики. Вот я наконец-то вернулся после долгого перерыва. И причина моего отсутствия была в том, что у меня окончательно накрылся мой старый ноутбук. То есть он постоянно зависал, выключался, я не мог нормально стримить. Новости давно не делал, потому что программы эти все тоже не работали. Вот, и, короче, поехал, взял себе новый. Причем не могу сказать, что это какой-то топовый ПК. Но, в принципе, вот модель Lenovo. Здесь, короче, интелкоровский процессор третий. Оперативки 6 гигабайт. Можно даже больше поставить. И GeForce карта MX920. В принципе, если так поностальгировать, то достаточно неплохой вариант. Можно будет постримить, полесплеить, так сказать, хиты минувших лет. Но какие-то актуальные проекты я, естественно, прохожу на своей консоли. Просто буду теперь совмещать, чтобы, естественно, контент был более разнообразней. Так что оставайтесь каналом и до новых встреч.